Всем привет с канала Brim Team, и это третья часть прохождения Call of Duty World at War. Напоминаю, что во второй серии прохождения мы прошли две миссии. Значит, Советский Союз и выжигай их. Хотите за копы японцев. Сейчас неумолимый, железом и кровью и стальное кольцо. Начинаем с японской миссии, неумолимый на рекруте. Наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их и пилили у нас. Двухсотмиллиметровый миномет со своей позиции еще держит плацдарм под прицелом. Мы уже видели, что бывает, когда он бьет по берегу. Любая попытка перебросить подкрепление окончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да, так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте. У Тодзё тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорны эти ублюдки. Готовьтесь к попасть. Они налетят сразу со всех сторон. Прикрывайте друг другу спину. Не попадайтесь! Японский пехотан! Укрытие! Подождите, я немножко настройки улавлю, я прямо не могу разговаривать, потому что просто-напросто идет крик в игре. Так, я думаю, уже вам будет не слышно. Так. Они подтягивают артиллерию с северо-востока! Нам надо выкрепить их! И ты в ней более уязвим, потому что являешься статичной целью. Вон еще одна, впереди, наверху! Сделай ее! Тогда наши танки смогут пройти! Сдохни, сукин ТСС! Батарей снова! Положи!
А еще мы можем пробить его. Но он имеет ограниченный угол. Граната и откинули, наверное, на моё. Вызывай штаб! Черт побери! И
скольких морпехов мы потеряли в боях за эту скалу? Уже слишком многих. Сообщи майору Гибсону, артиллерия на позиции полностью уничтожена. Первую миссию данной серии прошли, что могу сказать, динамично. Не нравятся вот эти все равно мне всякие тоннели, крысиные норы, прям, не знаю, клаустрофобия у меня, наверное. Вот это сейчас будет миссия, всем миссия. Такой Молотов Тен момент. Либо Бартандер. Занимательный танк. Ну, конечно же, просто не стоит. Но немножко мне казалось, что кончика мало за счет того, что все мы играем вражеские танки, которые взрываются не с первого. Союзные танки взрываются там чуть ли не с первого попадания. Динамичная миссия, все равно. То есть уже и исторический, тут прикольный подтекст, что вот на танке экранированная защита. То есть уже, ну, интересная, недушная миссия. Вот целый для меня смерть подобный.
веду основной группой войск. Еще один танк! Прямо! Так, я лучше и одновременно и оставляю какие-то комментарии, но мне кажется, игра по большей части проходит молча, я сосредотачиваю, и поэтому играю молча. И тут будет определиться, кто лучше, с комментариями или без. В комментариях можно это как-то не взломать, допустим, прохождение какое-то. Судьба улыбается нам. Я убил. Когда мы дойдем до Берлина, немцы узнают, что за зверя они разбудили. Среди пуль, крови и смерти я узнал, что мой старый друг еще жив. Дмитрий Петренко. Я видел, как этот человек раз за разом обманывал смерть во время осады Сталинграда. И пока он жив, дух этой армии не будет сломлен. Немножко неправильно, конечно, причислять заслуги одного конкретного человека там к духу всей армии и все дела. Его правда немножко неправильно. Помимо Петренко было довольно много героев. А мы тем самым прошли уже вторую миссию. И третья миссия в третьей серии прохождения «Стальное кольцо» 23 апреля 45 года. За 7 дней до победы. День рождения фюрера! Катюши разгромят Берлин! Уничтожат его! Вот здесь будут проходить бои в городе, поэтому цветы и мусорами нам вообще штыками, не голыми руками! То же самое сделаете с их солдатами! В атаку! Идите за танками! Там постой, крызы, потому что мы пройдем эти двор, и все. Дальняк не нужен будет. Они на верхнем этаже! Помогите!
сделаю. Сюда, в здание! Наверх! Сержант, здесь есть выжившие! Эти звери беспощадно терзали нашу родину! Им пощады не будет! Мы должны торопиться! Шевелитесь, свиньи! Повернитесь к нам лицом, трусы! Дай! Питер! Беги, Бунц! Питер! Питер! Их питерцы! Как же нам продвигаться вперед? Ха! С помощью грубой силы, Черно! Грубой силы! Вперёд! Шевелитесь! Даже вы знаете, я как бы не но смотрите, вообще не знаю, потому что это очень настолько динамичное скажение на улице сделано. Отовсюду несет ужасом и безумием. Только безумцы могут надеяться нас победить. Вперед! Продолжайте убивать! Сюда! Наверх! Дмитрий! Хватай дробовик! Будем сражаться на короткой дистанции! Вперед! Давай! Давай! А вот здесь хоть показано все с девушкой советских солдат, когда они входили в Берлин. Подозрительно. Всем выйти!
Так, они типа у нас уже там тупо отходят. Замечательно. Завершили мы третью часть прохождения. Прошли так и три серии «Брат и Советский Союз» и один прошли за Японию. А новые прохождения ожидайте в скором времени. С вами был Брим Тим. Всем пока!